В 28 микрорайонах дистрикта Баянзурх проживает 7500 пожилых людей. На сегодняшнее предпраздничное мероприятие во Дворце борьбы администрация дистрикта пригласила 2500. Это самые заслуженные и почетные ветераны. Цагансар – знаменательный праздник для пожилых людей. Сегодня мы пригласили сюда самых уважаемых пожилых жителей нашего дистрикта. Каждому из них мы дарим национальное печенье и молоко. В общем, в каждом микрорайоне дистрикта Баянзурх проживает до 500 стариков. Остальных, кто не вошел под своды Дворца борьбы, мы будем принимать с подарками в управление дистрикта. Мероприятие такого рода в дистрикте проводится третий год и стало уже традицией. Все приглашенные когда-то трудились на благо и развитие страны. Среди них 88-летний Алтан Гарел, ветеран Великой Отечественной войны. В 1941 году он отправился учиться в Советский Союз в Московский энергетический институт. Как и многие другие студенты, был мобилизован для обороны Москвы. В 1946 году после окончания института вернулся на родину, начал преподавать в военном училище. Среди его выпускников 5 героев труда. Сейчас у него больше 30 внуков, а 23 февраля его пригласили в Москву на праздник защитника Отечества. Да, мне пришлось повоевать в Великой Отечественной войне, после чего, вернувшись на родину, я работал преподавателем в общевойсковых военных училищах. Сегодняшнее мероприятие организовано очень хорошо, я не в первый раз на подобном. Пожилых нужно уважать, ведь именно старики передают многолетний опыт жизни молодым. Каждый приглашенный ветеран получил сегодня в подарок на Цагансар национальное печенье и молоко в количестве, достаточном, чтобы принять в гости своих младших родственников. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Станислав Хазагаев, Ольга Ворона, Эгдбилек, Аист Монголия.